несколько дней стоит как бы оттепель. А вон там над оградой уже снег-то протаял. Вот над крыльцом его нету. И вон там нет. Ну, бани вон там есть. О, ветер поднялся. И стуканчики стоят пока в снегу. Вон там дракончик тоже с пастухом в снегу стоят. Вон они. Снег-то есть. Но где был убран? Вон там. С ограды. Я 2,5 месяца его убирал. Да и Валя тут где-то помогала. Ух. Вон там еще на железной крыше есть снег какой-то. Вон там на пасеке тоже есть. Сейчас пойду траншеи до ульев прокладывать. Ух, здорово. Вон там. Ой. Я хотел убирать, а он протает. Я его немножко убирал, конечно. Из крыши. Там тонна другая лежит. Ну ладно, пойду дальше. Сегодня 27 марта. Вот баня-то уже больше стала выглядывать из снега. Вот на ограде-то тут убирали снег. Так. Вот здесь я куртину на краю оставил, не трогал. Вон там на крыше-то дома много снега еще. Вон там сам дом. Там убрано. Где-то я ковырялся. Труба вон торчит. Ну ничего, вот тут вот мало уже. А баня-то... Там окна с обоих сторон. Большие окна. И в предбаннике, и в самой бане. А закрыты, темно там. Только электричество включать. Ну, когда-то оно растает, это тоже. Вот здесь на усадьбе. Вон там цветник, огород. Так там иногда снег-то лежит до июня. В мае-то он точно будет лежать еще. А нынче и неизвестно, до скольки. Вон там я убирал снег-то пчеловодного домика, и вот тут с гаражика убирал. Ну, нанесло так опять. Не буду уже убирать. Подошел к своим сооружениям. Вон баня протаяла. Конек-то крыши, где я лазил, и Валя каталась. Оголился. Но до бани-то вон, вот отсюда, если... До туда баня-то большая. Ну, дом еще выше. Ну, там немножко поменьше стало. Меня знакомые пчеловоды сейчас спрашивают, как пчелы перезимовали, погибли или выжили. А я не знаю, что им ответить. Вот здесь я канавку прокопал. Вот здесь... 4 улья стоят. Ну и здесь вот пустые ульи, так я туда откидываю. Они вон выставляются. Это без пчел. А вот здесь с пчелами. Вот здесь 4. Вон там 3 улья. Где они там? Вот я канавку начал копать. Вот здесь. Дальше еще прокопаю. А там он выкидывал. Вот здесь они улит. А где? Траншею прокопаю, тогда и до них буду добираться. Вот пчеловодный домик тут. Эту-то дверь я откопал. Там яблоня. Вон там кедры на валу. Орешники, наверное, скоро будут цвести. Вот пасека. Ну, там еще дальше пройду. Ага. Вот эти пустые ульи, тут шапки со снегом были. Я все смотрел, больше метра снега было. Вон они, 2 упали, одна стоит. Еще подтаяла, так тут хорошие были оттепели-то. А вон там улики не оттаяли. Вот этот улик с края без пчел стоит. Ну я вот так слегонца вот закопал. Там улики-то. Вот тут улики. Вон там улики.
Вон там без пчел, так, не закопаны, а вон там по тем уликам, вон там где, вот тут рысь прошла, вон следы от нее остались. Я так и не завалил, они протаяли. Вон там где-то улей стоит. Ну тут на пасеке теперь немного у меня ульев. Половина пустых, даже больше, наверное. Да. Где-то есть пчелки, где-то их нету. Утащил в сад. Половина там, половина здесь. Ну ладно. Туда вожу в сад. Ловушки возил вот. Чужие раи попались. Ну я их туда. Вот. А вон орешник. Он уже цвести и хочет. Да-да. Пчелок откопаю, вот солнышко будет. Прокопал я траншей на пасеке. Сегодня вечер, 27 марта. Вот траншейку сюда прокопал я. Вот там, вот тут вот раскопал. Здесь у меня улики стоят. Ой, солнышко отсвечивает. Вон. Вот здесь тоже улики закопаны. Кое-где торчат ульи без пчелок. Так, они и есть. Вот траншейку вот сюда я прокопал. Вот сюда прокопал. Вот здесь улики с пчелками. Вот тут до самого дна докопался. Вот здесь идет траншейка, не знаю, видно ли. Вот здесь улики большие стоят, левицкие, высокие. Вон там нету. Вот здесь улей большой. Вот я докопался, да тут давало. Вот здесь улик стоит. Можно бы сейчас и освободить их из снежного плена. Вон там дом. Сейчас плюс 5 градусов. Сильные семьи бы полетали. Но ведь кто его знает, сильные или слабые. Слабые пойдут. И в такой-то температурной холодрыге они могут и израсходовать все последние силы. Вот здесь темно уже. Сегодня вечер. Ну, погода-то теплая, купаться хорошо. Но откапывать я пока пчелок не буду. Еще посмотрю. А в саду-то вообще невозможно. Там, ух, завалено у меня ядрено. Вот здесь, где траншейка? Вон там траншейка. Вот здесь улей в мой рост. Где-то они тут стоят. Ну-ка, тут еще. Вот здесь улики. Вот тут траншейку я прокопал. Ну вот. Здесь улики тоже в мой рост завалены. Вот до сюда я прокопал где-то вот у крайнего улья леток с этой стороны. Так. Когда буду их совсем освобождать. Вон там пустой улей. Меня туда снег скидал. Там закрыто. Вот здесь улики тоже. Пока спят. Туда накидал. Большие синицы прилетели. Уже ждут, когда я освобожу пчелок. Полетят пчелки. И у них будет пиршество. Прямо, нет, пока подождете. Пчелки, ну пока спите спокойно. Так вот, некоторые люди говорят, надо
в зимовниках держать, понятно? Держать в зимовнике очень хорошо. Съедает меньше меда. Но здесь вот они у меня завалены. Я уже, наверное, больше полтора месяца их и не заваливаю. В январе как завалил, так они и стоят. Так там под снегом 0 градусов. Одинаковая температура, что днем, что ночью, что в холод, что в жару. Нет у меня возможности таскать. Вон там у меня две конюшни есть, мог бы сделать зимовники. Ну и что? Таскать лежаки по 24 рамки, да двустенные. Ну, нашел бы кого-то. Утащили бы мне люди. Одному-то, конечно, не утащить. Ну вот они стоят. Как еще тут один мне что-то скомментировал. Говорит, ой, какие у вас плохие ульи. Вы мед берете, а пчелам ничего не делаете. А что пчелам? Пчелам нужно теплое, просторное помещение, чистое. Где бы они жили круглый год. И все у них было. Точно так же сходите в свинарник и скажите, что вы свиней каждый год режете. Они у вас все в свинарнике, да в свинарнике. Давайте создайте им приличные условия в коттедже в каком-нибудь или в шато. Их держите. Вот и так и мне тоже говорят. Улики у вас старые. Ну, старые. И чё? Состарилась пасека вместе со мной. Вон сколько снегу. Будем ждать, когда... Пасека 28 марта. Вон бурты ульев с пчелами. Прокопал я к ним траншеи. Хотел сегодня освобождать, а все застыло. Снег как камень. И как теперь к ним подобраться? Пусть сами тают и освобождаются. Ай. Вот мои пчелы в саду. 27 марта. Вот здесь вот улей двухкорпусный стоит. Ну, вон там далеко улей завален. Пойду тоже траншею туда прокладывать. Здесь вот улей не очень живые. Вон там он улей стоит, заваленный. Вот этот-то пустой улей, я его не заваливал, а вон там нормальный улей. Вон там где-то, вот здесь землянка. О, с манекенами. А вон там он улей, заваленный снегом. О, там бурт такой ядреный. Там сливовник сплошной, да. Черноплодка растет, но яблони немножко. Вот он сад. Конец марта. Немножко осталось. Вот пчелики. Тут вот за ульем черноплодка, так она выставляется, нагнулась. А где он там находится, неизвестно. Будем искать. Там он, ну, в саду примерно столько же улья, сколько на пасеке. Да. Сначала на пасеке откопаю, а потом и здесь. Не выдержал я все-таки. Откопал один улей. О. Пчелки выскочили, на меня напали. Вон. Ну, холодно сейчас довольно-таки. Ну, градусов 5, может, 4. О, они все заледенели вокруг. Вон, сколько снега было. Вон. Кинул я тут какие-то черные
шиферины, чтобы они на снег не садились, а садились на какие-то штуковины, хотя бы потеплее, которые. То на снег, если сядут, то тут же все, замерзнут хорошие пчелки. Вон там заградители такие были с дырками. Я их убрал. Ну, они что-то полетывать стали. Летчики, пилоты, бомбы, самолеты. Над ними с метра снега было. Рылся, рылся, все заледенело. Ну ничего, сейчас оттаивать будет. Внутрь заглянул, там сухо. Ну, дальше не полез. Дымарь разводить неохота. Пчелки не южные, не мирные. Тут же и скушают. Немножко они очухаются. Я же лед здесь убирал, все во льду было. Ну, понятно, не как в зимовнике. Ну вот, другие ульи мне откапывать что-то не хочется. Вот здесь улиток. Вон, сколько на них еще снега. Как их откапывать? Вон, как их? Вот это пустые ульи, а вон там он. Полный снежный коллапс. Ну, недельку еще подожду. Снег протает, тогда и пойду откапывать. А сейчас, ну, эти вот полетают, летчики, пилоты. Ну, как вы там? Ладно. Выжили? Молодцы, ребята, так держать. Надежда на вас. А то у кого-то, наверное, не хватит и меда. Ну сколько уже вон они. С октября все сидят под снегом. Ну в октябре, в ноябре мало было, но ведь все равно уже не облетывались нисколько. Ладно, давайте, оставайтесь, пчелки. Хорошая погода. На снегу еще много. Конец марта. Вон та баня длиной 8 метров, даже 8,5. Высотой 5 метров. Как выставляется, вон только конек крыши. Там солнышко сейчас так, он протаял уже, который день тает, наверное, пятый. Вот тает, тает. Ну, что-нибудь протает. Вот здесь на ограде убирали снег много раз. Я вот раза три, наверное, если не больше, скидывал. Еще и Валя тут приезжала, что-то поскидывал. Да к снегу-то очень мало. А где... На доме том, вон там он. Ой, вон там еще сколько снега. Так и он замерзает. Ночью замерзнет. Невозможно. Вот к обеду как бы размяк, можно бы скидывать. Да, уже неохота. Пчел буду теперь откапывать. А это само растает. Ничего не сделается.